так сказать? Или лучше не надо? Это чисто очень сомнительное видео, мы тут тестируем в типе, то есть мы тут не рассказываем. А можно такое слово способствовать этому будет? Не способствовать, нет. Поможет нам в этом? Поможет. С помощью. С помощью. А делать это мы будем с помощью... Стик-инсертера. Стик-инсертера. Да. Да? Да. Да, с помощью стик-инсертера. Да. Вас приветствует компания Ideal Element. Сегодня мы будем тестировать новые стики с новыми вкусами. А делать мы это будем с помощью стик-инсертера. Порядок? Я думаю, это нормально. Хорошо, тогда вот маленькая пауза, там как бы... Ну, это ролик, о котором вы говорили. Да, ролик. Сейчас. Давайте, это заразно. Да. Ролик, хорошо. Что дальше? Давайте я начну его подхватить. Ну да. Пойдет? Давай. Ну что ж, давайте тогда будем начинать тестировать, кто когда... Да, простите. Ну что ж, давайте начинать. Кто какой вкус себе выберет. Кому какой цвет даже нравится? Мне по цвету нравится вот нур. Я бы хотел их попробовать, какой-то заманчивый такой интересный цвет. Поэтому я, наверное, возьму себе нур. Хорошо, пожалуйста, вот пачечка нур. Спасибо. Поможет тебе в этом стик-инсертер. Спасибо. Я сейчас попробую. Сейчас будем пробовать. А вы какие вкусы хотите? Какие вам вообще нравятся? Мне было бы интересно попробовать вкус амин, который вот зеленого оттенка. Пожалуйста, конечно. Да. Так как я понимаю, нур это как бы тот вкус, которого еще не было. Так как есть был фиолетовый и зеленый, то какой наподобие нура, интересно, какой вкус? Был бы предыдущий? Да, был бы предыдущий. Откуда они отталкивались? Да. Скорее всего, это новый вкус, поэтому они особо-то и не брали себе что-то за основу. То есть, если, например, зеленый, я себе так представляю, они взяли за основу себе Green Zing и немного его усовершенствовали. То же самое Юджин, мне кажется, эти фиолетовые, они тоже взяли Pink Label и просто... А, Purple Label. И просто немного добавили больше вкуса, аромата. Вот, но Амиль... все равно нужно пробовать. Как я прочитал на сайте ICOS, Амиль имеет какой-то тревный вкус. Угу. Сейчас можем даже посмотреть, да, кстати, что они пишут. Так. А ну сейчас я попробую, какой вообще по вкусу нур. Нур, на сайте написано то, что он пикантный и цитрусовый. Как тебе на вкус? Ну не знаю, я цитрусы не чувствую, мне как бы по вкусу кажется, что это какая-то корица, что-то такого плана. То есть специи, да? Ну да, мне кажется, это специи, потому что корица более такая, подходит к этому. Хорошо, я тогда буду начинать пробовать Южин. А у тебя, я так понимаю, зелененький, да, это Амиль. Амиль, мы читаем, что же это свежий, да, травяной? Знаете, я действительно согласен, есть какой-то вот привкус цитруса. Нет, травяной. А, травяной. То есть он такой как-то. Освежающий. Даже, да? Даже, да, именно освежающий, то есть чувствуется такое. И очень, очень такой неприторный, приятный. Но мне вот в нуре нравится то, что как бы. Не сильно выражен ментол, потому что я не особо люблю ментол. Я чаще всего курил серые, амбер, а этот как бы мне чем-то напоминает серые, даже я скажу. То есть, по поводу Амиль, я вот раньше курил стики Green Zing, которые салатового цвета. Вот, и в принципе скажу, что они немножко похожи, но вот как-то здесь, да, понасыщеннее вкус будет. Ну, более по ощущениям, как-то, как-то оно тебе намного мягче. Намного легче. Да, намного легче. Я, кстати, вот сейчас тоже пробую Юджин. То, что как бы, я считаю, это усовершенствованная какая-то версия Purple Label. Действительно, то есть они слегка похожи, но вкус более насыщенный. И больше чувствуется ягодный привкус и аромат. Ну, мне, кстати, фиолетовые вот эти вот очень нравятся. У тебя, кстати, так красиво подошел стик-инсертер к твоей пачке. Получается, он фиолетовый. Да. И оно очень красиво выглядит. То есть, как бы... Игра цветов, да. Цветастенько. Скажу так, даже вот стик-инсертер черного цвета, мне кажется, бы подходит к любой пачке. Хорошо? Более официальный вариант, да. Это тоже интересно. Универсальный, подойдет любой. Да. И девушкам, и мужчинам, то есть
всем подойдет этот цвет. Но у меня, конечно, прям под мою пачку вроде он здесь и должен стоять. Причем так красиво. Да. В этом плане новые стики, они как бы... У них после вкуса намного отличаются от тех, которые до этого были, потому что... Ну вот, мне нравится послевкусие, вот я не знаю, вроде реально кофе с корицей выпил, то есть такого плана. Ну вот сейчас, чем больше курю, вот, да, именно какой-то вот непонятно, вот травяной какой-то вот привкус, какой-то вот и не фруктовый, но и вот такой, знаете, легкий какой-то вот, конечно, не вкус травы, но даже вот, честно, даже не знаю, как объяснить. Но я не знаю, я когда пробовал гриндзин, то там было написано, что это какие-то цитрусы. Ну, то есть там цитрусовый послевкусие, цитрусовый аромат. Угу. Но оно мне вообще никак... Да, оно как-то вот именно не цитрус, но вот... Даже вот тяжело объяснить, честно. Но мне он очень нравится, он такой приятный, вот нет никакого вот... Вот лично я просто не очень люблю вот амбер, например. Крепкие, они, и, во-вторых, они без вкуса. Угу. Ну, то есть вкус... Вроде как бы есть, но он, да, он... Без всякой, то есть никакой ментовости нету, то есть в этом плане я больше люблю такие со вкусом. Гринзинг, Purple, вот, новый Тамиль и Юджин. Чтобы был ментол именно, да? Чтобы даже, да, какой-то привкус оставался по сути. Мне кажется, более свежим. Согласен. Да, я согласен. Но ментол, он мне как бы не... На постоянной основе нравится. То есть, если на постоянной основе я курю с ментолом, то мне как бы не очень. Еще, кстати, чем удобно, то что IQOS Duo, он дает возможность использовать два стика подряд, и можно использовать, например, один нюх, а потом, если хочешь с ментолом, либо с каким-то вкусом, можно либо Юджин, либо Амир использовать. Я сейчас можно так. Попробовал Юджин. Юджин? Да. Если можно. Конечно. Ну, вот Юджин мне тоже был. Кто-то Нур хочет попробовать? Пожалуйста. Благодарю. Я, наверное, все-таки пробую Юджин, все-таки. Тоже Юджин. Люблю, когда он, да, вот. Описание очень звучит заманчиво. Звучит заманчиво, да? Но так как они описали, это вообще что-то, что-то с чем-то, да, потому да. что... Я тебе вот здесь оставлю. Спасибо. Пожалуйста. Конечно, да. Стик-инсерт это очень облегчает весь процесс. Угу. Причем можно спокойно угостить товарища. Да, товарища, не прикасаясь к самому фильтру. И тем сохраняя уровень гигиены. Да. Ну да. Потому что я не знаю, как, например, угостить. Это как раньше делали вот так вот. Да, но это такое. Чашки, это... Да. Но это такое, это совсем не то, что надо. То есть... А тут вообще спокойно взял. Еще плюс к тому же предотвращает деформацию фильтра при, как сказать, когда ты достаешь из пачки стики, ну просто руками, то их можно деформировать, потом они как бы не очень удобно устанавливаются. Да, иногда руками просто можно сломать стик этим самым высушенным. У меня таких ситуаций было полно-полно. Куча. А тут спокойно ты вставляешь, и все хорошо. А еще самое главное, то что благодаря стик-инсертору невозможно перепутать табачную часть продукции от фильтра. То есть как бы ты не установишь фильтром держатель, тем самым не испортив себе, так сказать, устройство. Да, тоже такие ситуации были, знаем, такие моменты, когда вставляли фильтром и еще и в этот момент прогревали, да, и фильтр плавился, и доставали прям с жалом. Уже, да. А еще один момент хотел отметить, то что вот с помощью клипса, который находится на самом стик-инсерте, можно, ну, допустим, если вот после того, как вынял стик, там остается на дебуайт. Кусочки табака, вот, можно спокойно снять ее и почистить, чтобы можно было дальше полноценно курить. Да, это как раз та ситуация, когда случайно оторвал фильтр и надо как-то его достать, и это самая большая проблема. Как раз, да, его можно спокойно высунуть. Выбивать его, ну да, как-то не очень. Согласен. Так, а это какой у меня стик? Здесь? Это Нур. Нур? Да, отлично, попробуй Нур. Да, мне Нур понравился. Супер, кстати, как раз сейчас вот пробую Юджин. Скажу так сразу, такой очень из всех, ну, по сравнению с вами, он намного насыщеннее. Чувствуется ягода, вот непонятно какая, может это, не знаю, черника. Лесной сбор. Да, именно лесной сбор, да, то есть лесной микс.
И скажу честно, мне вот даже больше, мне кажется, понравился, чем Амиль. Ну такое приятно очень, и вообще вот. И не приторно, сама вот я очень люблю, когда приторно, и остается после вкуса тоже. Если вообще вот. То есть курю и очень. Ты тоже очень правильно пробуешь Юджин? Да, я Юджин пробую. Как тебе они? Да. Мне нравится. То есть ягодный вкус, он интересен. И плюс ментол, он как бы. Даже мне кажется, ментол, он как бы более подчеркивает тот вкус ягод. Да. И после этого остается не только ягод. То есть, мне кажется, если бы были ягоды, оно было бы более насыщенное. То есть, как бы приторный вкус, как ты говоришь. А вот ментол, он разбавляет. И то есть. Хорошо придумали, мне нравится. Кстати, вот я сейчас пробую нур, действительно, они намного мягче. То есть в них отсутствует ментол, и они как... Они безумно легкие и приятные. Походу, после обзора мы бросим курить. Будем стик-инсертером пользоваться так чисто для этого. Кто-то... На маечке носить. Не, хочешь... Нет, ты вот так на маечку его прицепил, хочешь по улице, кто-то пытается достать стик из пачки. И ты такой, пожалуйста. Да-да-да, подожди, да, я тебе сделаю вот так. Или знаете, или как рэперы, знаете, на цепочку такую золотой улице. Да. Не знаете, куда поставить свой стик, а вот. Идеальное решение. Достали. Сразу. Да, теперь не надо носить стик за ухом, если можно его прицепить к футболке. Статик. Как вариант, как он. Не, друзья. Один сервер. А вот наша на приводе. Стильно модно молодежь. Да, то есть теперь не надо за ухом носить. Это ты берешь вот так вот на футболочку. Если у меня получится. Вот. И носишь. Я так понял, после сегодняшнего обзора мы бросим курить, а будем просто сходить со стик-инсертером. Смотришь, кто-то достает стик из пачки. Подожди, стой. Опа, вот, пожалуйста, вот такой вау. Что-то новенькое. Итак, давайте подсуммируем по вкусам. Кому понравился какой вкус? Да, из тех, что я попробовал, конечно, Юджин мне вот больше всего понравился, так как насыщенность. Мне вот очень понравилась насыщенность. Амиль тоже, в принципе, понравился, но он такой менее насыщенный, такой более легенький. Лично на мой вкус, то есть я попробовала и Юджин, и Нур, мне больше все равно понравились Нур. То есть они более легкие, более мягкие, и как-то... Мне они все-таки больше понравились, чем Юджин. Хотя, если их вот так вот, как бы, пробовать один за одним, то есть, например, один стик Нур, потом следующий Юджин, так как Экос позволяет это делать, то... Их можно вот так вот комбинировать, и довольно-таки приятное послевкусие остается. Ну вот я, наверное, поддержу именно, что мне больше всего понравился Нур. Но так как я до этого именно использовал Гринзин, то Амиль, он мне тоже подходит. Я взял бы все три пачки и все три по очереди бы использовал. Да. В общем, я уверен, что каждый из этих вкусов найдет своего покупателя, своего потребителя. Каждому понравится свое, да. Как и нам. Да. Ну, а вы пишите в комментариях, что вам нравится. Свои отзывы. Да, свои отзывы, как вам вообще вкусы, как вам новые вкусы Hits. И мы ждем от вас комментариев. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была компания Ideal Element. До скорых встреч. Пока.